Каждая красавица – это потенциальная невеста, а невеста будущего – настоящая феерия моды и изящества. В этом твердо убеждены наши лучшие мастера студии красоты. Ведь битва стилистов – это в первую очередь конкурс профессионалов. Люди, мастера индустрии красоты, которые живут в нашем городе, им очень не хватает конкурсов профессиональных. Они готовы проявить свой потенциал. Поэтому мы даем креативные задания по теме свадьбы, которые они с удовольствием выполняют. Модельеры, парикмахеры и визажисты работали на протяжении всего дня. Сами образы продумывали в течение нескольких недель. Важным в процессе работы было разрушить привычные представления о невинности и скромности невесты. Чем больше провокации, тем лучше. Невеста будущего – это карнавал. То есть она непредсказуемая и как в карнавале, то есть без лица, и там может быть кто угодно и что угодно. Будущее для стилистов – не только праздник, но еще и что-то совершенно необычное. Этот образ – воздушная фантазия, олицетворяет легкость и невесомость. Платье изготавливалось около 10 часов, хотя идея поначалу казалась практически неосуществимой. Долго не понимали все, в том числе организаторы, причем здесь студия праздничного декора и битва стилистов. Но когда мы объяснили и сказали, что будет платье из воздушных шаров, все, конечно, были в восторге и в шоке. У меня море впечатлений, куча эмоций. И я вижу, это нравится людям. Я увидела огромный шок, глаза все, ко мне все подходят, пытаются сфотографироваться. Детишки меня трогают за шары. То есть, ну, море впечатлений, просто супер, замечательный проект. И очень рада, что я попала сюда. Главными судьями в битве стилистов были сами зрители. Весь восторг и удивление можно было уместить вот в такой урне для голосования. Это наша принципиальная позиция. Специалисты индустрии красоты работают прежде всего для людей. Поэтому люди, в общем-то, способны оценить креатив, мастерство. Поэтому у нас голосование проходит на Ивановском свадебном портале. А сегодня, здесь, прямо сейчас, люди могут выбрать, кому отдать приз зрительских симпатий, чтобы у них было ощущение причастности к этому мероприятию. В итоге приз зрительских симпатий получил образ «Будущее в гармонии с природой». Яркий мейкап и необычная форма платья, красота и непосредственность. Вот что ждет невесту будущего. Главное, по словам участниц, не бояться экспериментировать с образом, ведь свадьба – это не только праздник любви, но и женской красоты. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.